Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Mercedes GLC. Ремонт переда. Капот, бампер и фары буду менять. Телевизор тоже. Установил машину на стенд и разбираю перед. Все ненужные детали я снял и теперь начинаю ремонт. Но сначала я измерю все диагонали. После измерения я выяснил, что мне нужно тянуть лонжероны вправо. Буду тянуть два лонжерона сразу. Тяну, меряю, опять тяну и опять меряю. Итак, все размеры одинаковы. Теперь приступаю к ремонту левого переднего крыла. Крылья из алюминия сделаны, поэтому перед рихтовкой грею. При ремонте в этом месте крыло немного треснуло,
зачищаю и завариваю. Теперь равняю правое крыло. Ну и напоследок подровняю небольшую вмятину на капоте. Небольшие вмятинки остались на капоте, остальное дело шпаклевки. Теперь могу менять телевизор. Телевизор и балку бампера имею новыми, заменяю. И на этом работа с железом закончена. И моя работа тоже. Отдаю машину хозяину.
На эту работу ушло 20 часов. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!